как бы затрагивает мои взгляды на систему мироздания. Вот гора, закат пожаром, вот палатка ручья, вот на бревнышке с гитарой у костра скучаю я, а в руке держу ромашку, а в другой зажат сухарь, по нему ползет букашка, очень мизерная тварь. У букашки той на роже инфузория сидит, а на ней бацилла тоже дюж мелкая на вид. Но находится управа, и на этакий микроб, в той бацилле вирус справа, если глянуть в микроскоп. А на вирусе хвостатом тоже есть изъян слегка. Там в цепочке лишний атом у молекул РНК. Этот атом необычный, это псевдокатион, потому что очень хищный, в нем витает электрон. Электроны не подарки, просто так не раскусить. Но у них, я слышал, кварки, по идее, могут быть. А на кварках тех мизоны, а на них как решит тот. Ну, допустим, суперзоны, или черт знает супер что. И, быть может, так случилось в этом супер что таком. Там галактика вместилась где-то с краю целиком. Там и звезды, и кометы, и магнитные поля. Есть и солнце, и планеты, и, естественно, Земля. На Земле синеют горы, здесь, понятно, и ежу. Где гора, там есть костер, и я на бревнышке сижу, а в руке держу рюмашку, ох, сомнение грызет. А, ладно, пусть себе букашка по сухарику ползет.